Дарабаларым дағаттар, үті күнінен. Здравствуйте, друзья! Добрый день! Беги тарабит тылбытын, өреттен ихабит. Мы продолжаем наши занятия на родном языке. Бүгін беги хаңарсығы яқпыт, таба и дейтін тұхунан. Тема сегодняшнего урока – оленеводство. Игиллен, ойдем хаңалары. Слушайте и запоминайте слова. Табахыт, табахыт, оленевод, пастух. Таба, таба, олень. Аку, аку. Ручной олень. Бур, бур, самец. Атыр, атыр, бык-производитель. Кюкеи, кюкеи, бодливый олень. Тугут, тугут, олененок. Тыхы, тыхы, важенка. Тыннастартаба, тыннастартаба, жертвенный олень. Учак, учак, олень для верховой езды. Тэхи, тэхи, резвый олень, неприученный. Уэр, уэр, стадо. Уху, уху, дикий, пугливый олень. Нюмухут, нюмухут, олень-вожак в упряжке. Ырдылак таба, ырдылак таба, последний олень в караване, волокущий привязанные к седлу жерди. Байтахын, байтахын, төрөбөт, яловая важенка. Онко, онко, пастбище. Аны оңорохпут предложениеларда. А сейчас составим предложение. Игиллен хайда хаңарар бытын хаңалары. Слушайте, как произносятся слова. Таба кихи абырала. Таба кихи абырала. Олень приносит пользу человеку. Буртаба кюстек. Буртаба кюстек. Самец сильный олень. Бутыхы эмис. Бутыхы эмис. Это важенка упитанная. Учак каминним. Учак каминним. Сел верхом на оленя. Бакыттавата уху. Бакыттавата уху. У бакыта олень дикий. Табалар онколоро, агылыктах багаи. Табалар онколоро, агылыктах багаи. Пастбище оленей богато ягелью. Табахыттар өрдерин күнү, түнү мәлди кетиллер. Табахыттар өрдерин күнү, түнү мәлди кетиллер. Пастухи караулят стада и днем, и ночью. Бигун биги хаңарыстыбыт, таба и титин тугунан. Сегодня мы поговорили об оленеводстве. Урок закончился. До свидания, друзья. Урок путь бюдте. Нячаскан, доктор.